не такими функциями обладать. Кришна переводится как «всепривлекающий Господь». Это тот, кто обладает всеми достояниями. Шесть достояний у него есть. Это вся красота, все, что мы видим прекрасного в природе, в людях. Это лишь искра его великолепия. Также вся сила, он поддерживает все планеты, он создает вселенные. Для него это несложно. Также обладает всей мудростью, силой, отречением и славой. Шесть достояний. Мы также обладаем в маленькой степени. Но если взять со вселенной, наши достояния, они очень маленькие. Рама переводится, что тот доставляет радость всем живым существам. Что это дает мантра? Она дает спокойствие ума. Она дает очищение сердца. Если, например, кто-то хочет бросить курить или пить, или какие-то вредные привычки, просто достаточно эту мантру повторять в течение какого-то времени, где-то месяц, и эти привычки сами собой уходят. Сердце очищается, очищаются наши все какие-то желания негативные, зависть, вожделение, гнев уходит из сердца. Так как Бог является самым чистым, соприкасаясь, например, грязные руки, если подставить под воду, руки постепенно очищаются. Также, если мы соприкасаемся, слушаем, повторяем и слушаем имена Бога, наше сердце очищается. Тот, кто очень практикует давно или, ну, как бы, такой опытный уже, можно понаблюдать, они становятся как дети. Вот как Иисус Христос говорил, что в Царствие Божие нужно как детям войти. Это чистота сердца. Человек становится как ребенок. У него нет каких-то двойных мыслей, мотивов, желаний. Он просто такой, какой он есть. И вот конечная цель воспевания имен Бога – это любовь к Богу. Если вы обрели любовь к Богу, то это все, совершенство жизни. Все. Выше этого ничего нет в этом материальном мире. Такому человеку не нужны ни деньги, ни слава, ни богатство, ни процветание. Он каждую секунду наслаждается всевозрастающей любовью к Богу. То есть, когда мы любим Бога, это означает, мы с Ним постоянно во взаимоотношениях. Любой человек, любое живое существо, любая ситуация, мы видим проявление. Вот это высшая цель жизни. Давайте попробуем повторить эту мантру, она несложная, всего 16 слов. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Спасибо большое, мы будем продолжать петь.